В ресторане было от электричества рожок. Кресло облито в дамскую мякоть. Когда обиженно выбежал дирижер, приказал музыкантам плакать. И сразу тому, который в бороду толстую семгу вкус нанес, труба, изловчившись, сытую морду ударила горстью медных слез. Еще не успела между икотами выпихнуть крик золотую челюсть. Его избитые тромбонами и фаготами цвяли и скакали через. Когда последний не дополз до двери, умер щекою в соусе, приказав музыкантам выть по звери, дирижер обезумел вовсе. В самые зубы туши опоенной втиснул трубу, как медный калач, дул и слушал раздутым, удвоенным, как мечется в брюхе плач.